Добрый день, друзья. Как и обещали, мы сейчас будем разыгрывать 7 стартер-паков при помощи рандомап. Напоминаю, что главным... Давайте я открою сразу наш пост. Напоминаю, что главным условием было подписаться на YouTube, на Twitch и ВКонтакте, репостнуть запись себе. Соответственно, мы будем проверять подписку YouTube, ВКонтакте, репост. Так. Сейчас, секунду, браузер. Окей. Да. Вот он, наш пост. Это, так сказать, благодарность за то, что мы растем. Если действительно, если не если, а то, что мы будем с вами развиваться, расти, и чем нас больше будет становиться, тем чаще будут всякого разного рода розыгрыши. Причем, что именно разыгрываться, можете помочь именно вы придумать, подать идею, что именно разыграть на стримах. Приходите, играем, в принципе, форт с подписчиками, с людьми из чата. Так, теперь настало время скопировать ссылку, вставить ее в рандомап и узнать, кто же будет сегодняшним первым победителем. Всего у нас 47 лайков, из них 45 репостов. Было только что 44, кто-то прям репостает в последний момент. Так, у меня сел телефон. Секундочку. Нужно видеть чат. Я хочу еще кое-что сейчас сделать по настройкам. Включить Flow Mode. Видосе слайд он, да, видосе. Пак ледяных легенд, ну, если он его вернут, то буду, но он же уже, его же уже убрали. Но опять же таки, его просто так разыгрывать, конечно, не буду, нужно по какому-то поводу. Так, ну, в общем, мы отвлеклись. Чат мы запустили, ссылку вставили, количество победителей. Давайте по одному, наверное. Поделившиеся с друзьями. Только члены группы. Далее. And the winner is... Знать победителей. О, 39 человек. Что? Число участников. А, значит, остальные были не в группе. Кто репостал? Клево. Узнать победителей. Илья... Славинский. Так, кстати, мне нужен мой блокнот, чтобы записать. Деньги могу перекинуть, ну, на киви или на карточку, как будет удобно. Соответственно, сейчас мой человек, первый победитель у нас Илья Славинский. Давайте проверим. Открыть. Он сейчас онлайн. Прикольно. Да, репост у него есть. Да, выиграл. Так. Куда удобнее скинуть Иви или Сбер. И перешли приз страничку YouTube. Так. Первый победитель у нас есть. Мы его откидываем.
начало. Так, второй победитель. Не, нет, никаких отписок в плане ответа на мой этот не нужен. Как? Я просто предупреждаю чувака, и все. Я больше его открываю страничку, чтобы она у меня осталась. Я все равно это все буду делать после стрима или завтра в течение дня. Так. И следующий победитель у нас Максим Аверки. А Максима Веркина я, по-моему, знаю. Есть репост. Репост есть. Второй победитель у нас Максим Аверкин. Второй Максим Аверкин. Сори, ребят, что-то башка болит у меня сегодня весь день, с самого утра. Не очень харизматичный. Так, соответственно, второй победитель. Все то же самое. Начало. И кто же хочу выиграть? А ты репостила, чтобы выиграть? Репостила, в Ютубе подписывалась? Сейчас проверим. Я понял, понял. Опс, опс, опс. Сейчас. Так, нужно, короче, пацанов как-то не светить. Там у нас всплывающие окна. Так, третий победитель. The number three. Не умею кричать. А, лол, я сам могу даже выиграть. Семён Зайцев. Очень симпатичный Семён Зайцев победил. И, ну, дружище. Ну, дружище. Блин, вот это тоже хз. Я, хотя, в принципе, раз... Два, три. В топ-3 записей. Блин, ну ладно, пофигу. Я сам виноват, не указывал, чтобы типа мой этот был в топе. Вот. Да и что мало людей. Я не указывал, что там должно быть не фейк, фейк, не фейк, страничка и так далее. И также я не указал, чтобы, допустим, мой этот был первым, мой пост на страничке. Так. И третий у нас победитель Семён Зайцев. Семён Зайцев. Так, начало. Так, кто у нас будет четвертым? Илья Славицкий, почему ты меня ограничил? Я же выиграл, ты меня только сейчас писал. Ну, ты выиграл, все правильно. Я тебе отправлю твой выигрыш. Туда, куда ты скажешь. Вконтакте. Там челики вроде не скинул скрин подписки на Twitch, точнее, фоллова. Да, я потом проверю. Это все в офлайне. Я сейчас показываю, кто выиграл, им пишу, и потом в офлайне я их проверю. Сейчас на стриме это слишком долго будет. Просто если вдруг кто-то там окажется где-то не подписан, я переиграю. И четвертый победитель Дима Армейцев. Дима Армейцев, поздравляю тебя. Nice, кстати, nice.
Поздравляю. Надо писать поздравляю. Отправить. Дима Армейцев, number four. Дима Армейцев. Поздравляем. А, стоп. Раз, два. Блин, ну да, вот в следующий раз мне наука будет то, что нужно поднимать повыше, чтобы первым был. Условия ставить, чтобы мой репост был первым. О, он с акулом типа фоткался. Клево. Пятый победитель сегодняшний, топ-5, так сказать. Играешь в Rust. В Rust я бы... Кирнайт, а ты кто? Я бы хотел поиграть в Rust, но я думаю, что не найду человека. Да, я видел, Семен. Так, узнать пятого победителя. Дима Армейцев. Ну, сори, мы переигрываем. Так. Везунчик какой, а? Иван Кончаков. Туру-туру-ту. И взрослые у меня зрители есть, оказывается. Это приятно. Поздравляем Ивана. Поздравляем Ивана. Блин, но на самом деле, вот на таких розыгрышах в начале, пока у меня мало народу. О, он и на Киру подписан. Клево. А, это, наверное, от Киры чувак обо мне узнал. Вот это прикольно. Лайкосик ему. Пока вот такое, типа, комьюнити наша маленькая, изи в розыгрышах побеждать. Но даже на таких розыгрышах я у Санька, когда я был там, среди 10 человек разыгрывалось, я умудрился не выиграть. Ребят, просьба, кто вот сейчас на стриме это все дело смотрит, давайте я розыгрыш закончу, потом вы мне напишите все, а то вот эти всплывающие окна, получается, палят некоторую вашу информацию. Если вам пофигу, то ладно. Так, и предпоследний победитель в сегодняшнем розыгрыше. Как вы думаете, кто из этих 39 сочных ребятишек стал пятым, шестым, в смысле, победителем? Шестым. И это Никита Кошевой. Прям такой не Барса, тигр. Тигр. Чего-то там тигр. Чего-то там. Но я, к сожалению, не знаю дегроидные песенки. Хотя исполнитель мне нравится. Так. Никита Кошевой. Никита Кошевой. Розыгрыш был. Вот, понятно. Да, в следующий раз обязательно буду ставить, что был в топе. Чтобы закрепляли запись. Иначе так реально могут... ну, короче. Так, и последний счастливчик. Последний счастливчик. У нас. Последним победителем у нас становится Виктор Гуляев. Добро пожаловать в стан победителей. Отлично. А я ему написать ничего не могу, да? И на стене я ему написать ничего не могу. Это, конечно, интересно. Интересно, дружище. Каким образом? Каким образом Виктор Гуляев? Так, ребят, я призы буду всем... я призы всем буду отправлять после стрима.
и завтра в течение дня. Сейчас я этим заниматься не буду. Виктор Гуляев. Виктор Гуляев. Гуляев. Просьба списаться. Короче, просьба написать мне. Открыть личку или написать личку. Куда тебе удобней. Мы тебя поздравляем с выигрышем. Соответственно, ребята, на этом наш розыгрыш заканчивается. Я всем все призы разошлю после стрима или завтра в течение дня, то есть в течение пятницы, 8 числа. И если вдруг у кого-то проверится, что не соблюдены до конца условия, то их призы будут просто переиграны, переразыграны, так сказать. Так что всем спасибо. Спасибо, кто подписался, кто участвовал. Вам всегда здесь рады. Будем играть в Форт и в различные игры. В МК, скорее всего, еще. И Division. Но Division, не знаю, сейчас тестим. Пока бетка, как потянет, не потянет проц. А так, Форт 100%, МК 11 тоже будем играть 100%. Так,